Ташкент. 30 января 1986 года. 21-й съезд Компартии Узбекистана. Выступающий зачитывает обращение в ЦК КПСС. С высокой трибуны перечисляются преступления человека, ушедшего из жизни 3 года назад. Его обвиняют в нарушении норм партийной жизни и социалистической законности, во взяточничестве, очковтирательстве, приписках, выдвижении кадров на основе родства, землячества и личной преданности. Но пройдет еще несколько лет, и его именем назовут улицы и проспекты узбекских городов, колхозы и учебные заведения. Это имя – Шараф Рашидов. Кто же был этот человек, занимавший пост главы Республики Узбекистан 24 года? Партийный диктатор, сильный лидер или умный дипломат? Об этом в программе «Совершенно секретно». Август 1983 года. Идет сбор хлопка. Это главная сельскохозяйственная культура в Узбекистане, важное стратегическое сырье для всего Советского Союза. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана лично отслеживает цифры. Но в один из дней Шараф Рашидов отменяет все назначенные встречи и совещания и едет в город Джизак. Накануне там были арестованы директора 3 местных заводов. Их обвиняют в приписках и взяточничестве. Когда началось вот хлопковое дело, когда произошли аресты, которые его еще не затрагивали, он первое, что сделал, он помчался в Джизак, на свою родину, где, кстати, оттуда начинались все самые большие приписки, и первые лица были арестованы у нас из Джизака. Авторитет Шарафа Рашидова в республике всегда был непререкаемым, а его слово имело огромный вес. Но сейчас Рашидов почувствовал, что многое изменилось. В Узбекистан все чаще наведываются из Москвы следователи генпрокуратуры и сотрудники КГБ СССР. Арестованы по обвинению во взяточничестве начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Бухарской области Музафаров и руководитель облпотребсоюза Кудратов. Председатель КГБ Советского Союза Юрий Владимирович Андропов объявил в стране борьбу с коррупцией. У этого, значит, Музафарова взяли квотаж, значит, 1 300 000 рублей квотаж денег в то время. У Кудратова 2 дня квотаж вели обыск квотаж. И одним словом, нашли квотаж 39 квотаж литров емкости золотых изделий. Только одних золотых червонцев 850 штук было. Когда я позвонил Юрию Владимировичу, когда, значит, доложил об этом, он говорит, не может быть. Я говорю, Юрий Владимирович, квотаж, я же обманывать не буду. Все сейчас у меня на столе. Это действительно стол у меня большой был. Следственная группа возбудит уголовные дела против узбекских партийных функционеров. Их обвинят в коррупции. На скамье подсудимых окажутся люди, считавшиеся неприкосновенными. На допросах они будут говорить и о Шарафе Рашидове. Они говорили, я дал деньги Рашидову, потому что он намекал на то, что они пойдут Брежневу. Или, например, показания управляющего делами ЦК Компартии Узбекистана Умарова о том, что когда уезжало высокопоставленное лицо низшего, меньшего ранга, я паковал ему коробку с фруктами, шел к Рашидову и спрашивал, какую сумму денег туда положить, 10, 20, 30 тысяч или вообще ничего не ложить. И от него получал команды. Преступление, преступление. Рашидову деньги передавал? Передавал. Для кого передавал? Для первых лиц. Последнее время все в основном стараются вытащить жареные факты. Это немножко больно бьет, особенно родственникам, немножко больно смотреть на все. Конечно, в каждой работе есть и положительные, и недостатки есть. И опыт набирают. Это работа, работа с людьми. Он ведь с юных лет начал заниматься партийной деятельностью, будучи секретарем Самаркандского обкома партии. А вот 24 он уже непосредственно как первый секретарь ЦК работал. А так он всю свою жизнь фактически работал на таких ответственных позициях. Шараф Рашидов родился в 1917 году. Среди малограмотных жителей городка Джизак, в те времена похожего больше на кишлак, семья Рашидовых заметно выделяется. Все 5 детей учатся в местной семилетке. После ее окончания Шараф идет в педагогический техникум. 1,5 года обучения профессии учителя, и в 18 лет он преподаватель средней школы. Педагогов в сельской местности не хватает, но Рашидов все-таки решает уехать в Самарканд. Здесь поступает на филологический факультет госуниверситета. Изредка сочиняет стихи, пишет небольшие рассказы. Их он относит в областную газету «Ленинский путь».
Через какое-то время Рашидова принимают в штат главного печатного издания «Самарканда». Но журналистскую деятельность приходится прервать. Началась Великая Отечественная война. В 43-м политрук стрелковой бригады Шараф Рашидов, получив тяжелое ранение, возвращается в Узбекистан в свою газету. 26-летнего журналиста начинают активно продвигать по партийной линии. В конце 40-х он журналист с именем, но как поэт и писатель малоизвестен. Однако Рашидова избирают председателем правления Союза писателей Узбекистана. Он стал не лучшим писателем, а наиболее писателем, которому наиболее доверяли в Москве. Конечно, председатель Союза писателей республики целой, это была номенклатурная должность. Это была целая секция или часть Союза писателей СССР. И, конечно, это требовало, так по тому времени, это требовало одобрения Москвы. Карьеру Рашидов делает молниеносно. В 33 года он председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана. В бывшем СССР никто в столь раннем возрасте не занимал такого высокого поста в структурах власти. Ташкент. Март 1959 года. В отставку отправлен первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Сабир Камалов. На заседании бюро ЦК решается вопрос, кто займет пост первого человека в республике. Кандидатура Рашидова выдвинута Москвой. Шараф Рашидович сумел во время редких встреч с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым завоевать его симпатии. Заседание бюро длится как никогда долго. Мнение Хрущева разделяет лишь половина состава бюро, но Рашидова избирают. Большинством в один голос. И это голос Шарафа Рашидова. На Рашидова поставил ряд фигур в тогдашнем советском политбюро. Во-первых, в связи с тем, что ожидалось, что человек из гуманитарной сферы будет в меньшей мере зависим от вот этих клановых неформальных обязательств, которые есть, ну, существовали у каждого крупного чиновника и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Киргизии. В первое время своего правления Рашидов не стал собирать около себя земляков. Он, как и предполагали те, кто его двигал, полностью зависел от Москвы. Однако при этом Рашидов оказался в сложной ситуации. Пересев из кресла руководителя писательской организации в кресло главы всей республики, он столкнулся с необходимостью решать такие вопросы, о которых ранее даже не подозревал. Главная проблема с получением, освоением и распределением финансовых средств на те или иные проекты поневоле, как мне представляется, вынудили Рашидова идти по заранее уже предопределенному пути, то есть привлекать людей, которым он мог доверять, а кому он мог доверять? Родственникам и людям, которые однозначно были ориентированы на его поддержку, как выходца из определенного района, выходца из определенного клана. Но Рашидов умел ладить с другими кланами, понимаете? То есть какая-то была умелая внутренняя политика между кланами. То есть серьезной вражды между кланами не было. То есть он в чем-то уступал другим кланам. Гайрат Кадыров, свой самый высокий пост в Узбекистане, председатель Совета министров республики, занимал уже после смерти Шарафа Рашидова. Но и на менее значимых должностях Кадыров по роду своей работы часто встречался с Рашидовым. Гайрат Хамидуллаевич говорит, что друзьями их с Шарафом Рашидовичем назвать нельзя, но приятельскими отношения были. Он дружил со всеми, можно сказать. А так, я не думаю, что он, это, как говорится, после работы с кем-то сидел, этого не было. В Узбекистан любил приезжать генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. Не реже одного раза в год. Если был проездом, все равно оставался на несколько дней. Здравствуй, Узбекистан. Здравствуй, цветущая республика, братской семье народов великой страны Советов. Обычная программа. Участие в заседаниях ЦК Компартии Узбекистана. Вручение премий и наград. Посещение хлопкоперерабатывающих предприятий, заводов. Бывало, что в план визита изменения вносил сам генсек.
Ташкент, 23 марта 1982 года. Делегация из Москвы во главе с Леонидом Ильичем посещает фабрику по изготовлению тканей и тракторный завод. После этих двух мероприятий эскорт отправляется на обед. Но тут Брежнев вспоминает, что недавно в Москве слышал хорошие отзывы о ташкентском авиазаводе. И говорит: «Шараф Рашидович, где у тебя авиационный завод здесь есть?» Говорит: «Да, есть». Говорит: «А ну давай поехали туда». То есть посещение Леонидом Ильичем Брежневым авиационного завода не было запланировано. И, конечно, на сборочный цех поступил он. Народ собрался, как говорится, на эти стапеля залезли. Ну, интересно же посмотреть на своего генсекретаря. Тысячи рабочих хлынули в сборочный цех. Люди карабкались на строительные леса, окружавшие самолеты. Каждый хотел хорошенько рассмотреть руководителя государства. Стропила не выдержали, и деревянная площадка шириной 4 метра под тяжестью людей рухнула. Под ней оказалась большая часть делегации, в том числе Брежнев и Рашидов. Упавшую площадку с огромным трудом подняла охрана. Это обрушение. Тогда засекретили сильно все. Боялись страшно кому-то что-то сказать. Мы даже не знали в тот момент, какие у него повреждения. Об этом никто не знал. И даже нигде не печаталось в то время в Узбекистане об этом инциденте. В тот момент даже очевидцы не поняли, что случилось. Руководство авиазавода было уверено, что последует наказание. Но все закончилось, на удивление, спокойно. Не было ни расследования, ни каких-либо репрессий. На следующий день утром Брежнев выступил на торжественном заседании ЦК Компартии Узбекистана. Выглядел он бодро, только перекладывал листки текста левой рукой, так как правая была забинтована. В конце речи Леонид Ильич даже поблагодарил Шарафа Рашидова за оказанный прием. На другой день улетел. Показывали, как он садился по трапу, сам поднялся на самолет и улетел. Леонид Ильич Брежнев. Все. Ну, через некоторое время я приезжаю сюда, я был знаком с Яковом Брежневым, его братишкой. «А ну-ка сиди сюда, здесь в Москве». Говорит: «Ты что с братом сделал?» Вот: «Да ничего». «А что случилось?» Да вот он ключицу подвинул. Генсек благоволил к руководителю Узбекистана. Рашидов считался неформальным лидером всей Средней Азии. В Узбекистане постоянно гостили партийные и государственные делегации из Африки, Азии, Латинской Америки. Шараф Рашидов был инициатором и организатором международного кинофестиваля стран Азии и Африки, который проходил в Ташкенте. Один раз на его открытии побывал и Леонид Ильич. Рашидов был близким другом Брежнева. Брежневу он тоже нравился, и Брежнев его выделял среди других лидеров. Извините, загадочными друзьями были с Казахстаном они, с Молдавии, с Украины. За особое отношение Москвы к Ташкенту Рашидову приходилось биться. Основным соперником в борьбе за большее внимание и влияние был Казахстан. Его руководитель Динмухамед Кунаев дружил с Леонидом Ильичем еще со времен Целинной эпопеи. Велось негласное, но постоянное соревнование за доминирование здесь, в центре. Возможности развивать производство на своей территории являлись абсолютной ценностью и для Рашидова, и для Кунаева. И поэтому в борьбе здесь, в Москве, никто себя какими-то моральными или этическими нормами не стеснял. Рашидов от Москвы добивался денег на строительство городов. В период его руководства в республике появились Учкудук, Наваи, Заравшан. Заводы и промышленные предприятия в Узбекистане запускались в действие чуть ли не ежегодно. Как-то, находясь здесь, в Москве, я посетил Министерство радиопромышленности. Министр был тогда Плешаков. И он тогда предложил построить завод в Узбекистане по производству вычислительной техники. Вот, Шараф Рашидович, я ему позвонил и говорю: «Шараф Рашидович, вот есть такое предложение министерства о том, чтобы построить такой завод». Он так обрадовался, говорит: «Так слушай же, это же здорово. Ну давай, пробивай это дело. Скажи, чтобы министр позвонил мне». Особое внимание первый секретарь уделял Ташкенту.
Столицу Узбекистана Рашидов стремился превратить в один из красивейших городов Востока и постоянно говорил об этом. Наиболее благоустроенным был столичный район, где находился дом руководителя республики, недалеко от набережной реки Анхор, на улице Лопатина. Жила непосредственно рядом с Рашидовым. Мой дом стоял в торе с его дворцом. Двухэтажный дом, внутри, наверное, было очень красиво. А вот этот район, где был, это уникальный был чем? Он был, во-первых, через каждые 10-15 метров были фонтаны. Все это било. Там были и ели, и березы, там и юг был, и север, все было вместе. Около дома Рашидова никогда не было видно охраны. Его жена, Хурсанд Гафуровна, занималась домашним хозяйством. Дети учились в обычной ташкентской школе. Национальные традиции в семье Рашидовых соблюдались беспрекословно. Четыре дочки и сын воспитывались по строгим восточным правилам. Выносить на показ личную жизнь считалось неприличным. До сих пор дети Шарафа Рашидовича не стремятся афишировать жизнь своей семьи и рассказывать об отце. Старшая дочь Сайора занимает должность уполномоченного по правам человека в парламенте Республики Узбекистан. Химик по образованию, она продолжает вести активную научную деятельность. Иногда приезжает в Москву на конференции, связанные с ее специальностью, выступает с докладами, читает лекции. Но от телевизионных интервью Сайора Шарафовна отказывается. Она согласилась лишь поговорить по телефону. Мы как дети настолько боготворили отца, понимая, насколько он ведет ответственную работу, что для нас было честью получить от него похвалу, что хорошо учишься, хорошо работаешь. Поэтому в основном, конечно, воспитанием мама занималась, но родители настолько были уважительны, настолько любили друг друга, что вот в таком чувстве воспитали и детей. Ташкент. 26 апреля 1966 года. Раннее утро. 5 часов 22 минуты. Подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера разрушают город. В этот же день из Москвы прилетает правительственная делегация во главе с генсеком. Леонид Брежнев, Шараф Рашидов и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин обсуждают, сколько понадобится сил и средств для восстановления Ташкента. Первый секретарь Узбекистана давно вынашивал проект генеральной перестройки столицы. Один из его пунктов – покончить с глинобитным городом. Более того, в планах хозяина республики – строительство в Ташкенте метрополитена. В критической обстановке, воспользовавшись землетрясением, Рашидов решает продвинуть и осуществить свой проект. Брежнев, однако, сомневается в том, что есть необходимость затевать столь масштабное строительство. Но Косыгин встает на сторону Рашидова, и план руководителя Узбекистана утверждается. Стали сносить целые районы. Можно было оставить отдельные дома, не сносить, но сносили все, потому что все подлежало перестройке. Перестройка была большая. После землетрясения Узбекистану помогали все республики Советского Союза. Уже в 1968 году Ташкент был фактически возведен заново, а в 1973-м началось строительство метро. Сейчас Ташкент – единственный город в Средней Азии, где есть подземный транспорт. Культурную жизнь Узбекистана курировали заместители Рашидова по идеологии. Они, зная предпочтения первого секретаря, отбирали артистов, которые будут выступать в правительственных концертах. В число избранных попадала и певица Наталья Нурмухамедова. Мы столько раз репетировали, по два месяца вот эти вот большие концерты. Для нас очень ответственно. Мы, конечно, волновались всегда вот при Рашидове. После правительственных концертов обычно особо понравившиеся артисты выезжали с руководством страны на дачу. Там они продолжали свое выступление, но их репертуар менялся на более развлекательную музыку, а национальные наряды – на коротенькие платья. Там как бы я видела Рашидова и на таком уже более близком расстоянии и более такой неформальной обстановке. Он улыбался, он веселился, и он любил музыку очень веселую, да.
сейчас нет, но он улыбался, он смеялся. Он, знаете, у нас есть такое выражение «аския». Это когда рядом люди могли позволить себе такую перепалку, словесную перепалку. «Аския, аския», там чем-то смеются тут же, там какие-то шуточки кидали. И вот я даже видела, как он в этих турнирах, как говорят, таких переполохах, он участвовал нормально, веселился. Ну, люди, конечно, аккуратно шутили. В начале 70-х в Советском Союзе стали говорить о повороте северных рек. Для орошения хлопковых полей в Средней Азии воды требовалось все больше и больше. Эта проблема была настолько острой, что даже на совещаниях в Совмине СССР споры о разделе воды между республиками чуть не переходили в рукопашный бой. Инициатива по разработке проекта переброски вод Иртыша и Оби в Среднюю Азию исходила из Москвы. Руководитель Узбекистана живо откликнулся на эту инициативу и выступил с поддержкой проекта на заседании Политбюро. Все выглядело так, как будто решение проблемы предложил сам Рашидов. Этот план нуждался в том, чтобы его реализацию, то, что называется, проталкивали, пробивали. И Рашидов этим занялся, безусловно. Занялся очень активно, поскольку он был конъюнктурный политик. Он прекрасно чувствовал, чего от него хочет московская советская власть, союзный уровень. Он прекрасно понимал, что найдет быстрый отклик у него дома в Узбекистане. Проект еще не был утвержден, но уже велись земляные работы на некоторых участках будущего канала. Рашидов вел себя так, как если бы вопрос о сибирской переброске был решенным. И уговаривал весь узбекский народ в том, что вода обязательно придет, и так далее, и так далее. Хотя сколько для этого нужно лет, он, конечно, на этот вопрос не пытался никогда давать серьезного ответа и не искал его. Проект поворота рек был включен в предварительный план очередной пятилетки. Но дальше дело не пошло. Несмотря на административное давление, экспертная комиссия выдала огромное количество замечаний, и в итоге проект века приостановили. Для Рашидова это было проигрышем. Он был уверен, ничто не может остановить реализацию этого масштабного проекта. Шараф Рашидович не исключал, что потом он даже напишет книгу о трудовых подвигах простых рабочих, которые дали дорогу воде в Узбекистан. Почти все его произведения были о борьбе, о героях и очень похожи на брежневские «Малую землю» и «Целину». По мотивам повести Рашидова «Кашмирская песня» был снят совместный узбекско-индийский кинофильм «Легенда о любви». Я не подниму руку на женщину. Шараф Рашидов издавался, переиздавался и переводился на зависть классикам. В 80-м году как писателю ему вручили Ленинскую премию. Руководитель Узбекистана, пожалуй, не намного реже генсека Брежнева получал награды. Несколько орденов Ленина, медали, дважды герой социалистического труда. Но была награда, о которой Шараф Рашидов действительно мечтал. Это футбольное золото. Руководитель Узбекистана лично опекал и курировал знаменитую команду «Пахтакор». Для Рашидова победы футболистов «Пахтакора» всегда были делом чести. После одной из встреч в Кремле первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, гордившийся своим киевским «Динамо», шутливо спросил Рашидова: «Что, белые от хлопка узбекские мальчики хотят стать золотыми?» На что руководитель Узбекистана, смеясь, ответил: «Ну могут же хохлы хоть раз прохлопать золото». 11 августа 1979 года. Самолет Ту-134, в котором летели игроки команды «Пахтакор», столкнулся в воздухе с другим самолетом. Пассажиры обоих рейсов погибли. В этот день в приемной первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана стояла полная тишина. Здесь уже знали об авиакатастрофе. Ждали указаний Рашидова. Он запретил входить к нему в кабинет и соединять с кем-либо по телефону. Рашидов в одиночестве переживал гибель любимой футбольной команды. В день похорон в Узбекистане объявили траур по погибшим.
Спустя несколько дней было решено набирать новый состав команды. Жить и играть в Узбекистане соглашались немногие, но Рашидов умел убеждать. В то время, все мы хорошо знаем, что такое был Узбекистан. Это хлопок, значит, Рашидов, люди, которые стали руля Узбекистана, они были страстными болельщиками футбола. Поэтому все, что касается быта, игры, тренировочного процесса, все было налажено. Рядом с дачей первого секретаря в Кибрае для Пахтакора построили тренировочную базу. Три футбольных поля, небольшой стадион и гостиницу. Шараф Рашидов не жалел денег для команды. Средняя зарплата обычных советских служащих в то время составляла от 80 до 120 рублей. Рашидов перед поездкой на ответственные матчи лично объявлял футболистам: за победу 500 рублей, за ничью в половину меньше. Спортсмены, которых пригласили играть в Пахтакор после 79 года, получали за победу уже по 1000 рублей. Нужно было стимулировать игроков, чтобы поднять выше по турнирной таблице вновь созданную команду. У него были там, я помню, у него референты сидели, там человек 4-5. Он для него по тем временам, вот я помню, что там надо было, он просто говорил, вот надо то-то-то. Люди сразу записывали, на следующий день все выполнялось. Все касаясь и финансовых, и каких-то проблем. Пока команда «Пахтакор» стремилась завоевать золото в чемпионате СССР по футболу, республика получала другое золото – белое. Узбекистан в Советском Союзе был основным поставщиком хлопка. Во время работы пленума ЦК Компартии Узбекистана генсек Брежнев, обращаясь к Рашидову, спрашивает: «Шараф Рашидович, Узбекистан даст родине 6 миллионов тонн хлопка?» Рашидов отвечает, чуть помедлив: «Будет трудно, Леонид Ильич, но мы постараемся». То, что хлопчатник в Узбекистане стал главной культурой, и то, что все хозяйство было ориентировано на производство этой монокультуры, это, конечно, не вина Рашидова, это его беда, так же, как и беда Узбекистана. Это беда, которая обусловлена была внешним давлением на республику, поскольку хлопчатник нужен был Советскому Союзу. Это было стратегическое сырье, нужное для оборонки. На сбор хлопка мобилизовано почти все население Узбекистана. На полях сотни тысяч людей. Здесь все до единого колхозники. Рабочим и служащим на время сбора урожая приходится забыть о своей профессии. Школьники, даже самые маленькие, прекращают учебу и работают наравне со взрослыми. Ежедневно по 12-14 часов. Скидок не делается никому, ни детям, ни женщинам. В августе урожай собирают под палящим солнцем, а в декабре, когда на поле лежит уже снег, замерзшие руки с трудом раскрывают коробочки с хлопком-сырцом. Задача – выполнить обещание, данное Брежневу – собрать 6 миллионов тонн хлопка. Они понимают, что они больше 5 миллионов тонн не соберут. То с этого момента Рашидов расписывает миллион хлопка на каждую область, область на каждый район, районы, колхозы и совхозы, да? Понятна схема. Другого невозможно. Миллион нужно приписать. Я же не могу дать, допустим, одному какому-то объединению сказать: пропиши миллион, это будет слишком очевидно. Всегда он выполнял пятилетку. То есть республика выполняла пятилетку. Республика принимала в сельском хозяйстве очень много делала. Две трети объема хлопка Узбекистан давал. Такого не было. Вы понимаете, мы производили хлопка-сырца порядка 5,8 миллионов тонн. По всему Узбекистану развешаны лозунги: «Даешь план, хлопок родине». На крыше самого высокого здания Ташкента каждые две недели зажигается новая неоновая надпись: 1 миллион тонн, 2, 6. В середине сентября мы туда уехали, в середине декабря вернулись хлопка. Собирать было совершенно нечего уже. Но, видимо, вот этот весь механизм приписочный, он продолжал работать. Механизм вот этот приписок всяких был совершенно колоссальный. И начинался он, как мы все говорили между собой, даже понимали, начинался он с самого низшего уровня. Вот мы шли, допустим, сдавать хлопок, собранный нами на поле. Вот. Ну и кто-то там то камешек подложит для веса.
Бригадир взвешивал и записывал уже немножко больше. Приписки хлопка нужно скрывать, поэтому в Россию на перерабатывающие фабрики под видом, например, хлопка шестого сорта поставляются его отходы – линт и улю. А чтобы там закрывали глаза на качество и количество сырья, раздаются взятки. Вагон, по-моему, так, с пересортицей 10 тысяч, пустой 1030-40. Я примерно называю цифры, ну, порядок, да? Вот минимальный это, когда показывали хлопок шестого сорта, а в вагоне был линт и улюк. Это, я точно помню, была десятка. Если шла пересортица более глубокая, сумма возрастала. Если вагон вообще шел пустой, то сумма была еще больше. За поставленное сырье, в том числе и мифическое, из госбюджета Советского Союза Узбекистану выделяется определенная денежная сумма. Половина из нее идет на развитие инфраструктуры республики, на строительство дорог, школ, больниц. А другая половина предназначается для выдачи заработной платы. Но именно эта часть денег раздается в виде взяток. Приходят деньги, 1,5 миллиарда. И сколько я приписал, столько и получает регион или область. А это деньги не заработаны, потому что хлопка такого не произведено. Вот я списываю на тот колхоз, на совхоз, который там приписал, грубо говоря, 10 тысяч тонн или там 1000 тонн и так далее. Он эту сумму изымает. Из этой суммы начинается доля райкома, райисполкома, обкома, облсполкома, милиции, прокуратуры и так далее. Часть идет себе, часть тем, кто помогал совершать приписки, воровать хлопок. Москва, май 1981 года. Заседание коллегии КГБ СССР. Председатель Комитета госбезопасности Узбекистана Левон Мелкумов докладывает о возбуждении в республике нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией. Председатель КГБ Советского Союза Юрий Андропов сразу же после этого выступления переговорил с генеральным прокурором СССР Рекунковым, и по согласованию с ЦК КПСС в Узбекистан направлена бригада прокуроров. Вопрос коррупции для Андропова был, пожалуй, вторым по важности вопросом. Хорошую он тогда фразу бросил. И вот знаешь, что я сейчас вот думаю? Надо закрыть эти все, бросить все силы КГБ на борьбу с коррупцией. Она разъест нас. Она разъест нас так, как ничто. Пусть шпионы погуляют, пусть они передохнут. Ей-богу, от них нам вреда будет в 10 раз меньше. Но нам сейчас нужно эту коррупцию разогнать. После смерти Брежнева во главе государства становится Юрий Андропов. И борьбу с коррупцией он объявляет уже первым по важности вопросом. Партия, советский народ с первых шагов революции предъявляет чекистам особые повышенные требования. Как только пришел к власти Андропов и заявил с большой трибуны о том, что необходимо бороться с коррупцией, он имел в виду не Узбекистан в данном случае, он имел в виду Москву. Потому что главным как бы противником и главным человеком, которого он обвинял в коррупции, был Щелоков, министр внутренних дел. Но как бы объявлена была по всей стране кампания по борьбе с коррупцией. Она была подхвачена в Узбекистане. Октябрь 1983 года. Шараф Рашидов уезжает в отдаленные районы Узбекистана, Хорезмскую область и Каракалпакию. Руководитель республики хочет сам проинспектировать хлопковые поля. Это время года самое ответственное для сбора урожая. Перед отлетом прямо на аэродроме Рашидов решает с подчиненными оставшиеся вопросы. Выглядит он уставшим, постоянно о чем-то задумывается. После прошедших недавно арестов чиновников и директоров заводов в Бухарской области и Джизаке, первый секретарь ЦК Узбекистана чувствует, что власть уже не полностью в его руках. И авторитет уже не такой, как прежде. Все, кто находится на аэродроме, замечают немного странное поведение Рашидова. Мы один на один побеседовали, я согласовал вопрос, я видел, какой у него он красный весь был, видимо, ну вот, уставший такой, видимо, давление у него было повышено. Он с женой был, жена его сопровождала, потому что, видимо, он болел. В
В Каракалпакии Рашидов побывал на хлопковых полях, посмотрел, как идет переработка сырья. Жена, которая до этой поездки никогда не сопровождала Рашидова, в этот раз была рядом с ним. Поздно вечером 31 октября первый секретарь почувствовал себя плохо. Хурсанд Гафуровна и помощники, которые находятся здесь же в резиденции, даже не успевают вызвать врача. Шараф Рашидов умирает. Ему было всего 65 лет. Он не дожил неделю до своего 66-летия. По официальному заключению, у Рашидова случился сердечный приступ. Однако не обошлось и без других версий. Выдвигалось предположение, что Шараф Рашидович покончил с собой. Каждая смерть каждого такого человека, она обрастает всевозможными легендами. Умер он от того, что сказано было тогда. От сердечной недостаточности. Он действительно давно болел, но в те годы нельзя было секретарю ЦК болеть, лежать в больнице, лечиться. Это несовместимо было. Похоронили Рашидова с огромными почестями в самом центре Ташкента. В скверике рядом с главной площадью города, недалеко от здания ЦК Компартии Узбекистана. Смерть Рашидова привела к тому, что это дело разрослось, потому что как бы началась борьба за власть в самом Узбекистане. И там уже было очень трудно отделить истину от лжи. 20 за последний год поступило писем из Узбекистана о том, что там пышно расцветает взяточничество, поборы, подношения и коррупция. Приписки к производству хлопка, а приписки достигали до 600 тысяч тонн в год. Уже в 1984 году, после смерти Шарафа Рашидова, Москва завела так называемое «хлопковое дело». В Узбекистан была отправлена дополнительная группа прокуроров под руководством Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Среди арестованных за хищение и взяточничество бывшие председатель Совета министров Худайбердыев, руководитель МВД республики Яхьяев. В Узбекистане осели колоссальнейшие деньги. Закапывали, прятали, иногда превращали в предметы одежды. Но вот я помню, у секретаря райкома партии Чердринского Бекжанова мы тремя КАМАЗами вывозили костюмы, рубашки. Но задаешь ему вопрос, в чем смысл того, что ты держишь дома 50 костюмов нераспакованных в упаковках? 200-300 рубашек. Там такое же количество галстуков и так далее. Все это складируется в каких-то помещениях, что-то подгнивает, потому что деньги девать было некуда. А вот купить на базе Потребсоюза, заехать, да? Такие возможности у первого руководителя были. Он их покупал. Работа Московской следственной комиссии приводит к официальному изменению статуса покойного Шарафа Рашидова. 22 мая 1986 года. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР отменяет меры по увековечению памяти Рашидова. Из видного советского государственного и партийного деятеля он превращается в человека, который дезинформировал союзные государственные и партийные организации о состоянии дел в республике, способствовал коррупции. Принимается решение перезахоронить бывшего руководителя Узбекистана. Меня пригласили в ЦК. Я секретарь ЦК и там его окружение сказали, что вот тебе поручается это сделать. Я вышел с работы и поехал к жене Шарафа Рашидовича Хурсан Гафуровне. Со слезами в глазах я ей объясняю, что такая участь на мою голову, перезахоронить такого любимого мной человека. Она сказала, говорит, он тоже тебя очень любил, много рассказывал о тебе. Тоже расплакалась, вот, расстроилась. Я говорю, что делать? Он говорит, пусть лучше ты своими чистыми руками, значит, перезахоронишь его, чем кто-либо другой. И она дала разрешение на это. Об этом я впервые говорю. Раньше я об этом нигде не говорил. Жена Шарафа Рашидова предложила похоронить мужа на его родине, в городе Джизак. Но Гайрат Кадыров ее отговаривает. В Ташкенте живут все родственники, да и место для погребения он постарается выбрать достойное. Решено перезахоронить Рашидова на городское кладбище столицы, где находятся могилы других политических деятелей Узбекистана. Дали команду
вот этот скверик, где он был захоронен, оцепить. Мы оцепили ночью, 4 часа ночи, выкопали, перенесли в другое место, перезахоронили и все. В 1988 году по телевидению стали часто мелькать репортажи о работе московских следователей в Узбекистане. Около года о Гдляне и Иванове говорили только в превосходной степени. Положение резко изменилось весной 89-го. И Иванов, и Гдлян выдвинули свои кандидатуры в народные депутаты СССР. Они утверждали, что узбекское дело на самом деле только часть дела московского, и им удалось дотянуться до коррупции в Кремле. Мы же призывали неоднократно, чтоб они пришли сюда. И чтоб мы здесь принародно, а не в кулуарах, а не в кабинетах, где они сильнее. После громких заявлений они были отстранены от дальнейшего ведения следствия. Это было искусственно раздутое дело узбекское. Конечно, в Узбекистане были злоупотребления. Была так называемая теневая экономика. И без нее Узбекистан не смог бы жить. Но теневая экономика была везде. В Москве ее было больше, чем в Узбекистане. А больше всего теневой экономики было в Грузии, допустим, и в Азербайджане. Но почему-то выбор пал на Узбекистан. Я думаю, что здесь немалую роль сыграли некоторые товарищи из ЦК, которые хотели сделать опытным полигоном в партии, Компартии Узбекистана. Вы понимаете, да, было у нас коммунистов. 20 тысяч были исключены из партии. Это чистка была, да хуже ежовщины. Понимаете? 20 тысяч включены были бригадиры, агрономы. Понимаете? Это те люди, которые... На плечах которого лежал это весь хлопок. Слушайте, при чем тут агроном? При чем тут бригадир? Рашидове в конце 80-х с высокой трибуны скажут: «Узбекский хан с партбилетом, золотыми звездами и лауреатскими значками». А 24-летний период его правления получит название «Шараф Рашидовщина». Рашидов – прирожденный восточный царедворец, который в нужное время мог быть вкрадчивым и льстивым, умным и ловким, решительным и осторожным. Свои взаимоотношения с Москвой и союзными республиками он выстраивал как истинный дипломат. В Узбекистане Шараф Рашидович окружил себя верными людьми, не любил, когда переступали границу дозволенного, был жестким и властолюбивым. В начале 90-х Узбекистан стал независимым государством. Высшие судебные инстанции республики не усмотрели в действиях осужденных по хлопковому делу никакого криминала. Материалы следственной комиссии были признаны сфабрикованными, осужденные выпущены из тюрем. Реабилитировано более 1000 человек, в том числе и бывший руководитель Узбекистана Шараф Рашидов.